Всем привет! Сегодня у нас 29 мая, воскресенье. Решили прогуляться в лесу. Только что встретили косулю, но не успели заснять ее. Вот, а у нас вот еще строчки. Смотрите. Есть. Комаров стало немерено, вообще ужас. Первый. Здесь второй. А второй. Еще есть. Комарики мешают, конечно. Папоротник. Ладно, смотрим дальше. Вот, ребят, еще парочка. Смотрите, как раз тут интересно из горки. Видите? Вот. Ух ты, ё-моё, комаров-то пипец. Надо попшикаться. Вообще ужас. Друзья, в общем, мы идем посмотреть белые. Ну, вот так вот, видите. Вот здесь еще сморчки попадаются. Малявка такая. Где-то еще я видел. А вот еще один. Сейчас пока до белых дойдем, так сморчков у нас настреляем. Вот. Ладно, идем дальше. Ну вот так идем мы, собственно. Вот тут еще. Смотрите. Один. Сыное ухо. Гриб. Вот еще сыное ухо. Смотрите. Ну, не седому считается. Вот еще сморчок. Сморчок. А вот еще два. Вот так вот. Сейчас я говорю, сморчков с вами еще насобираем. Ой, а там строчок. Смотрите, строчок. Ну, он уже все разваливается. Да, классно. Ну, какие здесь крупные. Обалдеть. Крупничок. Где-то я еще видел сейчас. Я назад проехал. Просто на мопеде. О, еще. Тоже здоровый. Но это уже перерос. Прям крушится. Шапка нормальная. Вот, маленький. Где-то а, вот еще один. Вот так, в общем. А вон еще один. Ну вот, сейчас вот по этой канавке пройдем, еще глядишь наберем. Вот получается, идем мы вдоль леса, тропинка. Вот смотрите, еще здесь один. Такой. Еще вот здесь я где-то видел. Сейчас покажу. А, вон. В общем, сейчас здесь в травке мы походим. Видишь? Вот это покрупнее, смотрите. В сравнении с этим. Такой крупный довольно-таки. Ну, и вот. Так что, да, здесь сейчас походим в ландышах. Туда пройдем. Идем мы вдоль канавки. И собираем сморчки.
Друзья, пойдете в лес, берите репелленты. Комаров ужас просто. Вот еще один. Как шарик. Видно. Больше похож на сморчковую шапочку. Но это сморчок. О, здесь крупничок вообще, смотрите. Так, вот один небольшой. Ну вот покрупнее. Так вот. Вот такой. Хорошенький. Ладно, идем дальше. Вот здесь вот маленькие. Но они уже, видите. Там где-то еще два. Вот таких мелочи. Ну вот, друзья, добрались мы до места. Весна, все, лес красивый, яркий, сочный краски. А вот здесь у нас строчок обыкновенный, но он считается ядовитым. Собирать мы его не будем. Просто вам покажу размеры. Вот кто не знает, да, может спутать с нормальным. Собрать его потом будет плохо. Так что этот гриб, ребята, мы не собираем. Друзья, а вот он, смотрите, строчок гигантский. Он уже, правда, подуставший. Видите, береза здесь. Видите, у него нет такой извилистости, как в том, в обычном. Вот такой он здоровый. Мясо одно, смотрите. Но он весь рассыпается, к сожалению. Уже подустал. Ладно, пускай споры здесь будут. Будем знать. В общем, мы походили здесь где-то около часа. Пока нам благородные не попадаются. Ни под осиновик, ни под березовик. Ну и тем более не белый. Вот. По сморчкам у нас вот так. Пол корзинки. Ладно, посмотрим, сейчас поедем назад, может еще сморчки попадутся. Погнали. Друзья, в общем, лето к нам приходит постепенно. Смотрите, лес салатовый стал. Все просыпается. Были мы с вами на разведке. Посмотреть белые подосиновики, под березовики. Ничего нам не попалось. Рано еще, видимо, холодно. В общем, по сморчкам мы набрали с вами пол корзиночки. Вот, так что такие дела. В общем, с вами был Юрец, ведущий, и его оператор Джилька. До новых встреч, друзья!